правда, что вы развелись, или вранье, слухи, грязный подклёп? Мы вот занимаемся вопросом развода. Да ладно, серьезно? Конечно. А ты что думаешь, я шутки шучу? Я самый серьезный в мире человек. Ну, я думаю, если честно, что там в какой-то мере утка, может, вы там поругались. Нет. А в чем причина-то? Кто кого бросил, кто кому изменил? Никто никому не изменял. Что за глупости? Ну, а просто... кто сказал? Я приняла решение. Да ладно. А что такое? Ты же Витьку любила, говорила. Ты что, стерва? А Пинчушка рядом, нет? Не, я в Украине. Пинчушка пинчует где-то. Пинчует? А как она без тебя? Что ты в Украине затащила? Она же там занята, у нее съемки, сериал, понимаешь, это публичная жизнь, там, звезды, все дела. Ну это да, мне не понять, не знаю я, как она живет, бедная, хорошо.